У вас антистресс за то, что вы не поехали в Карпаты, зимой не ответили Новый год или не поехали в Египет. Есть классный метод решения, пока идет снег. Выносите все свои ковры, дорожки и начинайте вот так вот бить все. Вот, аж полегчало. Также, если вы хотите накачать свои руки, но у вас нет денег на тренажерный зал и нет денег на гантели, классный метод. Ляпалка ковер называется. Вы приходите на улицу и начинаете вот так лупить. Одной рукой, второй, и вот такой бицепс у вас будет. Ну все, всем добра, пока.